Путешествие в Германию. В 23-й гимназии прошел День немецкого языка. Мероприятие организовали в рамках проекта «Дни Германии в России». В этом году проект посвящен великим людям, а также историческим немецким городам. Вот то, что мы сегодня увидели у Татьяны Владимировны Сенченко, учителя 23-й гимназии, это как раз вот такой яркий пример заинтересованного, азартного, я бы сказала, отношения к стране, к изучаемому языку, к истории и культуре этой страны и вовлечению ребят, школьников вот к интересу этому. Для учеников 5 класса в этот день провели игру-викторину на знание немецкого языка. Ребят разделили на две команды – девочки и мальчики. Участники на скорость отвечали на вопросы, составляли предложения и быстро переводили. Удивительно, но эти бойко отвечающие ребята только-только начали изучать немецкий. Этот язык у них второй. Первый – английский. Ну, я изучаю его сейчас второй месяц, мне он нравится. Ну, я уже почти хорошо его знаю. Так как это у меня получается наследственно, у меня и мама, и бабушка, и дедушка, и папа изучали немецкий, и он очень легкий и интересный. Самое азартное и веселое задание – отметить на карте страны определенные города Германии, назвать округа. По словам специалистов, такие интерактивные конкурсы позволяют ребятам изучить как язык, так и культуру страны. Мы в работе стараемся опираться и на те знания, которые дети получили уже после изучения первого иностранного языка. Здесь у нас идут вход знания английского языка. Часто мы сопоставляем с русским языком. Всем участникам торжественно вручили сладости от известной немецкой фирмы. Отличившиеся знатоки языка получили интересный сувенир – ручки от института Гёте. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.